сегодняшний день ситуация немножко по-другому обстоит. Нас здесь как минимум еще осталось четверо, и никакой помощи нам не предоставляется. Мы сегодня уже столкнулись один раз с талибами. Ну, со смекалкой нам повезло. Сказали, что русские, это прокатило. Вот. Обращались за помощью, заявляли, с нами никто не ведет разговор, никто не реагирует. Не знаем, как быть. Есть один выход, обращаться к россиянам, к русским, к их консульству. Не знаем, что, как, потому как выхода нет. Жизнь наша тоже свята, и нам надо что-то сделать. Поэтому, чтобы нас не обвинили в предательстве, я заранее об этом заявляю, что мы будем вынуждены обратиться к россиянам.